Здравствуйте, мои дорогие. Вышла я в магазин. А тут лед галимый на улице. Что творится? Ну что, если вчера все таяло? Слушайте, аж прям страшно идти. Да, хоть назад возвращайся. Ой, не знаю, видно вам, не видно, лед прям. Да. Там в магазин бы надо сходить. Я в Фикс Прайс собралась. Ой, ладно, посмотрим. Ура, скоро солнышко появится. И день станет длиннее. Но сегодня это ужас какой-то. Я, конечно, дошла до магазина, но свалилась на лестнице. Пошла-ка я домой. Ну что, мои дорогие, не зря я сегодня ходила по льду. Вот хочу вам показать, что купила в Фикс Прайсе сегодня. Не шуршать. Во-первых, я купила вот два огромных мака искусственных, два прям здоровых таких мака. Они длинные, не знаю, сколько они длиной, где-то, наверное, 1.20 м. Вот, ну это я купила Алинке. Отнесу. Ей маки нравились. Я увидела просто такие большущие. Думаю, надо купить. Стоят они по 199 рублей. Во-первых, я хочу сказать. Прожила я 4 почти с половиной года в Крыму, где нет фикс-прайсов. И, конечно, ну, раньше-то я знала, что такое фикс-прайс. Вот. Но отвыкла за это время. Очень мне нравится этот магазин. Много там чего можно купить. Так, ну, хорошо, давайте по порядку. Вот такая фоторамка. Вот такая, это стекло. Ну, я, конечно, тут фотография вот вставляется. Но я-то нет, я хочу залить и нарисовать картинку жидким акрилом. Вот, поэтому купила. Купила вот эти штучки для ногтей. У меня в Крыму-то остались они. Тоже, опять же, картинку буду заливать. Я их так посыпаю для фактуры. Тоже 55 рублей вообще. Вообще, это, конечно, для ногтей. Так. Набор кисточек. В Крыму-то у меня все это есть, а здесь-то все приходится покупать. Вот такая свечечка, морской бриз. Ну, это опять мне надо будет ехать к Алинке, зажечь там. Там были разные ароматизаторы. Я-то почему-то подумала, думаю... Пусть морем пахнет. Так, очень нужное дело. Батарейки. 55 рублей. Куда без них, без батареек?
Я вот их, они у меня постоянно летят в аппарате, которым давление меряю. 55 рублей за, сколько их тут, 3, 5, 10 штук. Ну уж куда лучше-то. Так, кусачки для кутикулы. Вот сегодня займусь, все ногти пообрезала. Так. 120 штук влажных салфеток. Я вот занимаюсь тут с цементом, с красками. Я считаю, что это просто замечательно. И главное, тут праздники. Все никак не могла начать картину заливать из акрила, потому что надо куда-то ехать, хозяйственный или в автомагазин. Праздники, не знаешь, работают они или нет. Думаю, посмотрю-ка я в фикс-прайсе. Есть жидкий силикон. Так что фикс-прайс, конечно, рулит. Так, еще вот я купила вот такой цветочек керамический. Хотела я для одного, потом передумала. Я его все равно пристрою куда-нибудь. Вот такой вот на проволоке. Я его, скорее всего, конечно, отломаю. Вот, факт тот, что чего только в фикс-прайсе не найдешь. Вот такие вот коробки пластиковые складные. В них кто обувь убирает? Да кто во что? Вот три таких коробки, 30 на 10 и на 8, 77 рублей. Купила клей ПВА по 26 рублей, две штуки. Вот опять мне все нужно. Мне очень нравится, что там столько вещей нужных, очень недорого. Я не знаю, новинки это или нет, потому что я в Мурманске меньше месяца нахожусь. И мне просто не с чем сравнить. Вот. Вот ватные диски по 26 рублей, по 100 штук. Ферри за 77. Крем для рук питательный «Ромашка» за 55. Жидкое крем-мыло за 55 рублей. Необходимая вещь в быту. Что делать? И это нужно. И масло подсолнечное. 77 рублей. А, и еще я купила вот такой светильник. Ну, ночник. Я люблю, чтобы у меня что-нибудь ночью светило. Вот, я его сразу разобрала и вставила в него батарейки. Вот, не знаю.
что он светится. Он так ненавязчиво светится. Вообще сейчас такие вещи очень модные. Там был еще кактус, но кактус был странного цвета, не зеленого. Вот, я купила вот фламинго себе. Вот, так что многие ругают фикс прайс. Я понимаю, что там много товаров не очень хорошего качества, но для дома и вот когда тебе что-то вот нужно прям позарез купить, а до какого-то магазина нужно ехать, то фикс прайс это просто спасение. Вот, так что, мои дорогие, желаю, чтобы в ваших городах, в которых нет фикс-прайса, чтобы они там открылись. Ну, пока все. До свидания, мои хорошие. Всем здоровья, радости, улыбок. Всего хорошего. Спасибо, мои дорогие. Пока-пока.